Вечеринка за городом. О, я помню их. Я вам завидую. Оторвемся по полной. О, нет, с этой шляпой все девчонки твои. Она придает мне уверенность. Это ошибка. Эй, поехали домой. О, Питер, я знаю, тебе тяжело привыкнуть ко всем изменениям в твоем теле. Оно расцветает. У него такой стресс. Ну, от стресса лучшее лекарство. Это вечеринка. Да, да, погнали, погнали. Питер, повеселись, хорошо? Ладно. Пока. Пока, Мэй. Чувак, где костюм? Все будут просто в шоке. Короче, Человек-паук влетает сюда, говорит, что мы дружбаны, а потом дает мне 5 или обнимает по-братски. Тут полный отстой, чего приперлись? Ты тоже здесь? Уверен? Вот это да! Привет! Клевая шляпа! Привет! Привет! Я так рада, что вы пришли. Там пицца и напитки, так что угощайтесь. Классная вечеринка. Спасибо. О, я... Мои родители убьют меня, если что-нибудь разобьют. Я лучше... Да. Развлекайтесь. Пока. Пока. Чувак, ты что делаешь? Ты паук, она муха. Нет, 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 нет. Я так не могу. Человек-паук тебе не ряженый клоун. Ясно? Я просто... Буду собой. Питер, никому это не нужно. Чувак... Пенис Паркер! Здорово! Где твой друг, Человек-паук? В Канаде? С твоей воображаемой подружкой? Это не Человек-паук, это Нед в красной рубашке. Привет, я Человек-паук. Решил поздороваться с моим приятелем Питером. О, здорово, Нед. А где Питер, кстати? Он должен был... Это глупо. Что я делаю? Что за фигня? What the?